Всем привет! Сегодня мы будем делать упражнение 5-5-1. Давайте приступим. У нас все задания расписаны вот здесь. Вот они. И все IP-адреса, которые буду использовать, они находятся вот здесь. Давайте начнем. Я не буду рассказывать уже более подробно, что откуда я беру. Я покажу сразу же правильную настройку, чтобы вы могли свериться, если у вас что-то не работает. Первое, что мы делаем, открываем HQ. Enable conf-t, это стандартное, прописываем access list. 101. Дальше прописываем слово deny, которое запрещает TCP. Any. Прописываем слово host, которое у нас будет вместо маски под сети. И прописываем 192.168.1.70. Прописываем служебное слово IQ и FTP. Окей, хорошо. Теперь нужно прописать access list 101 deny ICMP any host. Нам хост не нужен. 192.168.1.0.0.0.0.63. И теперь последний access list 101 permit any IP IP any. Готово. Таким образом, мы заработали свои 19 баллов и настроили все до пункта 1 и вот эти вот части. И разрешили весь трафик. Все окей, можем двигаться к следующему. Давайте настроим интерфейс. Serial 0.1.0 IP Access Group 101 IN. Готово. В этом пункте у нас уже будет другой номер 1.1.1. Нужно запретить вот эти вот хосты на HQVLAN 1 и весь другой трафик разрешить. Давайте это сделаем. Access list. Вырежем конфигурации. Access list 1.1.1. Deny IP any. Далее мы указываем слово host 192.168.2.45. Готово. Access list 1.1.1. Permit IP any. Разрешили все остальные и заработали своих 42%. Дальше. Интерфейс G000 IP Access Group 1.1.1 IN. Готово. И последнее. На этом устройстве нужно настроить Extended. Для этого IP Access Exit, IP, Access List, стандарт, и прописываем фразу VTI блок, только без точки, и прописываем permit, 192.168.1.64.0.0.0.7. И последнее, access class,
Это у нас на line VTI. Line VTI 0.15. Окей. Access. Класс. VTI блок. In. Готово. Мы настроили наши HQ полностью. Давайте посмотрим. Готово. Осталось только устройство branch. Открою наш branch. Enable. Conf.t. IP. Access list. Extended. Branch to HQ. Главное правильно скопировать название, чтобы оно засчиталось. Дальше прописываем запрещенные IP. 192.168.0.0.0.0.0.31, 192.168.1.0.0.0.0.63. И следующий у нас будет такой же, но вот здесь у нас будет 2.32.192.168.2.32.0.0.0.15 и в конце 63. Готово. Далее команда exit. Дальше прописываем IP access list. Extended branch to HQ. Permit IP any. Готово. И настраиваем интерфейс. Serial 0.1.1. Access class. IP. Access group. Branch to HQ. И фраза out. Готово. Таким образом мы настроили все наши устройства. Давайте нажмем кнопочку check results. Все правильно. Вам осталось пропинговать только устройство и поотвечать на вот эти вот вопросы, которые написаны вот здесь. А на этом все. Всем пока.